Добрый день, уважаемые любители обуви из натуральной кожи. Сегодня у нас на обзоре обувь от компании Trek. Модель называется Bodrum. Ну и давайте поподробнее рассмотрим конструкцию ботинка. Что мы видим? Это достаточно большая цельнокроенная союзка. Задиночка с двойной прострочкой. Берцы. И мягкий кант. Также особенностью модели Bodrum является наличие вшивной молнии. Это очень удобно, то есть вы при покупке один раз отрегулировали полноту ботинка с помощью шнурка, а затем можете легко снимать и одевать ботинки с помощью молнии. Размерный ряд у модели Bodrum 40 по 45 размер, полнота номер 9. Таблицу полнот вы можете увидеть на нашем сайте, ссылочка будет в описании. Что хочется особенно отметить в этой модели, что все детали изготовлены из натуральной кожи. Мягкий кант, берец, задинка, союзка, все из натуральной кожи. И даже так называемая деталь подблочник тоже изготовлен из натуральной кожи. Фурнитура традиционно используется металлическая, с антикоррозийным покрытием, производство Италия. Подкладка изготовлена из шерстяного меха, толщина ворса 12 мм. Полностью шерстяной мех. Стелечка вкладная, также изготовлена из шерстяного меха. В качестве дополнительного изоляционного слоя использована 3-миллиметровая эва. Как проверить шерсть, используется ли натуральная шерсть в подкладе? Можно отщипнуть кусочек ворса и поджечь его, и вы почувствуете характерный запах жженой шерсти.